Так, друзья, привет, с вами Вячеслав Зенин. Мы приехали на базу трансформатора. Леш, не дрессируй кони, холодно. Да мне холодно. В общем, пойдем, поговорим, он же приглашал. И я, ну, он не отвечает в Инстаграме нигде. Я поэтому решил наведаться без приглашения. Так что погнали, мы сейчас все проверим. Закрыто, прикинь. Сегодня вторник, да? Сегодня вторник и... сколько времени? 10 часов, не работает, никого нету. Это значит, что все это, короче, подстава, прикиньте, ребята. Блин. Ребята, у Портнягина нет офиса. Все. Разоблачение. Он просто повесил вывеску. Шок-контент, ребята, разоблачение. Как туда попасть? Что делать? Охренеть, нужно было просто приехать. На этом выпуск наш заканчивается. Спасибо за просмотр. Мы попытались приехать, но нас ничего не получилось. Портнягин, отвечай на сообщение. Что-то. Да, отвечай. А то мы еще раз приедем. Сам пообещал. В среду приедем. И дверь вынесем. Мы каждый день сюда будем приезжать. И на морозе стоять по 12 часов. Друзья, вы теперь поняли, что, короче, это все прям пиздеж. Он не офис не работает. Разоблачение туда-сюда. И напоминаю, что с вами был Вячеслав Зенин. Не забывайте подписываться на мой канал. Я выкладываю реально интересный контент. Все, всем пока, спасибо за просмотр. Пока.